записи. У нас большая посылка из Польши. Она не вмещается у меня в кадр, к сожалению. Будем открывать. Попытаюсь вам как-то ее всю хорошо показать со всех сторон. Разваливается вся эта коробка, походу, из-за того, что ее со всех сторон резали всевозможные таможни. Да, она у меня... О, боже. Походу, когда вскрывали посылку, вскрыли заодно и содержимое. Да, вскрыли. Пропнули этот, как его, пакет с протеином, ой, не с протеином, а с генером. В комплекте у нас также идет шейкер в подарок. Достаточно такой изящный, красивый шейкер на 700 миллилитров. А внутри у нас 3 килограмма этого генера. Сейчас я попытаюсь как-то аккуратно перевернуть пакет, чтобы не высыпать содержимое, и прочитать вам, что у нас здесь по составу. Так, все как обычно, лицин, изолицин, все как и в простом протеине. Здесь единственный минус, то что на 100 грамм продукта здесь всего лишь 20 грамм белка. Сами понимаете, что это очень мало, если у вас цель получать достаточное количество белка. Но у меня цель сейчас нарастить массу, поэтому для меня как бы важно получать избыток калорий. У меня появилась как бы достаточно интенсивная работа, и сейчас получается, что я все, что нарастил за последние месяцы усиленных тренировок и достаточно плотного питания, я это все начал сливать. Поэтому я решил, что мне нужно что-то в дополнение к моему рациону, еще что-то добавить. Я думаю, что мне поможет, конечно же, будет понятно потом. Сейчас я хочу вам тут почитать, как называется этот генер. Whey Mass Builder. 20% протеина, 70% углеводов. Витамины и минералы в комплекте. Стоимость 3 кг 33 доллара плюс шейкер в подарок. Там можно было выбрать либо шейкер, либо майку, но у меня... Шейкер нужен больше был. Всем спасибо, кто смотрел. Ссылку оставлю, перейдете, почитайте. Извиняюсь, что обзор недостаточно обширный, потому что, ну, видите сами, что пакет порван. Я не могу вертеть, крутить у меня так все руки. В гейнере. Ну, не совсем удобно. Всем спасибо, пока.